Съемочная группа «Конакова онлайн» побывала на территории бывшего завода механизированного инструмента. В прошлом здесь производили качественные и надежные пневмоинструменты. Сегодня территория выглядит заброшенной. Но иная картина открывается, если заглянуть внутрь. На площадках огромного завода работают небольшие производства разной направленности. Одно из них – «Слайдер Про», занимается изготовлением катеров из стеклопластика. Катера под торговой маркой «Слайдер» хорошо известны и узнаваемы в водной акватории России. Производство «Слайдер» существует с 2003 года. Оно базировалось в городе Казань. До тех пор, пока мы его не выкупили в 2018 году, у нас была цель развиваться, расширяться, но условий нам было недостаточно в Казани. Мы искали долго новое помещение, объездили много регионов. В итоге наткнулись на Конаково. Здесь очень удачное помещение и, в принципе, размещение прямо на Волге, можно сказать. На площадке развернуто производство полного цикла – 6 основных моделей катеров. Изготовление корпусов, покраска, остекление, пошив мебели и тентов. Готовые изделия составляют достойную конкуренцию на отечественном рынке. Появляются новые модели, количество заказов стабильно растет. На стадии оформления – европейская сертификация, чтобы выйти на международный рынок. Мы развиваемся. В данный момент расширяемся, как раз берем еще площади. Поэтому мы готовы обеспечить в городе Конаково до 30 рабочих мест на первом этапе для местных жителей. «Слайдер Про» на сегодняшний день не единственное предприятие на территории ЗМИ. Число их будет расти и дальше при поддержке местных и региональных властей. Анна Сабурова, Андрей Абрамов, Конаково онлайн.